Доброго времени суток. И сегодня я пишу два видео. Первое видео – это тренировка длиной в жизнь. И хочу сказать моим подписчикам и людям, которые просто смотрят мои видео, что я говорю только о том, что происходило со мной. Мне безразлично, что где написано, мне безразлично, кто что сказал. Меня это вообще не волнует. Вообще. Мне 7-й десяток, поэтому мне безразлично. Вообще. Поэтому я хочу сказать словами достаточно, наверное, великого человека, я не помню просто кто это. Пусть меня лучше ненавидят за то, кто я есть, чем любят за то, кем я не являюсь. Я буду говорить только правду, чистую правду, и больше ничего. То, что происходило со мной. Я не знаю, что происходит с вами. Однако, мой опыт, который есть у меня, может быть, пригодится вам. Почему я это делаю? Мне реализовываться уже не надо. Моей божественности ничего, так сказать, не помешает. Вопрос не в этом. Но я учился. Я учился у людей. У Залманова, у Малахова, у всевозможных там Лебедева и так далее, и так далее. Поэтому я считаю своим долгом, коль я получил какой-то опыт, то, наверное, я должен этот опыт передать. Потому что я знаю, почему так тяжело вылечиться от хронических заболеваний. Я скажу вам более того, невозможно. Для многих, кто смотрит меня, вылечиться невозможно. Для меня возможно, а для них невозможно. Очень много нужно работать. Тяжелая, серьезная работа. Поэтому в этом видео «Тренировка длиной в жизнь» я хочу вам сказать вот что. Я начал соображать по поводу лечения в 5 лет, а сейчас мне больше 60. То есть 55 лет я занимаюсь одним и тем же, собственно говоря. У меня нет семьи, у меня нет детей, я занимаюсь только собой. Вот такая вот хрень. Но я в кое в чем понимаю, потому что если зайца долго бить по голове, он научится спички зажигать. Это известная истина. Поэтому я думаю, что вы меня поймете, да? Итак, я еще раз хочу сказать, что надо идти своим собственным путем в лечении заболеваний. Никто не подскажет, и я тоже вам не расскажу. Если вы не будете делать чего-то, да, то, что надо, и не рассчитывайте на быстрые результаты. И все очень индивидуально, рецептов по этому поводу нет. Самообразование прежде всего. Но я хочу вам сказать, вот у меня тут в тетради в моей, да, написано количество заболеваний. Я еще раз вам говорю, их больше 20 штук. Среди них герпес, гайморит, панкреатит, стрептококк, которым меня в детстве... Камера нормально? Хорошо. Хронический трихомониаз, трещина кишечника, артритные явления, полипы в носу. Я родился мертвым. Я мертвым родился. Поэтому я работаю над собой. И мне глубоко по барабану, какое количество подписчиков будет над собой работать. Но я хочу обратиться к Геннадию, который прислал мне в Facebook свое обращение ко мне. Мне было очень приятно, Геннадий, действительно. Мы с вами почти ровесники, и вы пытаетесь разобраться в чем-то. Я хочу сказать вам, Геннадий, что если вы будете работать, то смерти нет и болезней нет. Есть только тяжелая работа. Не верьте никому, доверьтесь только самому себе. Только самому себе. Потому что нет рецептов, есть осознанность. Если вы осознаны, то у вас все получится. И я еще раз хочу сказать, что мне было очень приятно, когда вы написали в Фейсбуке. То есть, к чему я веду? Я работаю над собой. Долгие-долгие десятилетия, не годы, а десятилетия. Почему я это делаю? Ну, потому что такой характер. Я просто работаю над собой. Соответственно, конечно, духовное, оно очень тесно переплетается с телесным. Потому что душа находится в храме духа. И за ним надо следить. Она живет в нем. Вы живете в своем доме, а душа живет в доме под названием тело. Там есть еще компьютер такой, гадость такая, блядь, мозг называется. Вот оно такое иногда диктует, что просто уму непостижимо, но рассказывает постоянно, блядь. Эти обезьяны
находятся в состоянии вечного рукоблудия. Понимаете, да, в чем дело? Поэтому я добился того, чего я добился, что я живой по сей день. И я имею возможность прежде всего работать над своим духовным ростом. И именно поэтому я работаю над своим телом, чтобы моя душа могла подольше радовать. Чуть не сказал вас и Настю. Поэтому, да. Поэтому вы нигде, никогда не получите подсказки. Повторяю, вы нигде, никогда не получите подсказки, что вам правильно делать. Экспериментируйте. Каждое заболевание индивидуально. Просто работайте, ищите, старайтесь, дерзайте, блядь. И заканчивая это видео, я могу вам сказать одно. Выигрывает только тот, кто посмел. Посмейте, и у вас все получится. На сегодня все.